Открыли мы сегодня для себя новое заведение во Влёре. Это детский клуб Royal Kids. Открылся он буквально 3-4 месяца назад, все еще новое, в прекрасном состоянии. Здесь есть большие батуты, где могут детки порезвиться. Есть вот такой вот бассейн с мягкими кубиками. И даже есть, не знаю, как называется, наверное, это у гимнастов бревно, по которому можно... Варя называет это мостик, по которому можно ходить и учиться держать равновесие. Это одна игровая зона. Есть вторая игровая зона для более маленьких деток. В зоне для малышей есть вот такая вот небольшая горка, качельки, маленький домик. Есть вот такой вот бассейн с шариками, в котором можно весело порезвиться. И есть детские кирпичики, чтобы построить себе дом. Вот такой вот смастерили с Варюшкой. Крышу, к сожалению, мы не поняли до конца, как поставить. Но ее можно сделать прям вот настоящую, буквально треугольную, вот такую же, как у этого домика. Но фантазии нам уже не хватило. К домику можно сделать вот такую вот пристройку с заборчиком. И даже посадить травку и деревья. Варюшку очень увлекла эта игра. Да какую Варюшку? Всю нашу семью. И папа, и мама активно помогали Варе строить этот дом. Было активно, весело. Сегодня я вам покажу экскурсии своего дома. Который ты построила сама? Да. А кто тебе помогал? Мама и папа. Мама и папа? Да. Ну, рассказывай. Только не урони. Это у нас пол. А это забор. А это цветочки. И деревья, конечно. Подождите. Сегодня мне не хватает немного. Идем. Здесь мой домик. Конечно, красивый, да? Очень красивый, да. А там мой сад. Там твой сад? Да. И долго ты строила такой большой-большой дом? Очень. Мама, заходи, ты слезешь. Смотри, вот там мой сад. А-а-а, какая красота. Но пока дети весело резвятся и изгоняют из себя всех бесов и тратят активную энергию, взрослые могут посидеть в кафе и выпить кофе, холодные напитки. К сожалению, в детских клубах не кормят, но выпить чего-нибудь вкусного, теплого или холодного спокойно можно. Здесь также есть интернет, скорость достаточно хорошая, можно продуктивно поработать, пока ребенок отдыхает. В описании к данному видео будет геометка с локацией этого клуба. Нам он очень понравился. Сейчас обед. Практически никого нет, потому что во Влёре сиеста. Все отдыхают дома после обеда. Спят или просто сидят под кондиционером. Вечером мы как-то проходили. Клуб был полностью битком забит детьми. Все резвились, веселились. Деткам было очень весело. Стоимость детского клуба за одного ребенка 200 лек. Одна вот такая вот баночка лемон соды стоит здесь 150 лек. Итого у нас вышло 2 лемон соды и один ребенок, который здесь резвится, отдыхает. 500 лек. Варюш, тебе здесь понравилось? Очень. Я не хочу даже угодить. Ну вот, ребенку нашему здесь очень понравилось, уходить она не хочет. Но нам бы тоже пообедать и уже как настоящим албанцам отдохнуть после обеда, немножко полежать дома. А вечером мы сюда придем, когда здесь будет много деток и будет здесь очень-очень весело. Место замечательное, всем рекомендуем. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!